Из криминальной хроники: угнать, покататься и бросить. Группа подростков-угонщиков задержана сегодня ночью в Волжском. При задержании несовершеннолетних у них было найдено спецустройство для взлома автомобилей. Игорь Морозов с подробностями. Ночные ралли в респектабельном и тихом поселке Металлург не могли не привлечь внимание дорожного патруля. Требования остановиться красные «Жигули», как потом выяснилось, находящиеся в розыске, игнорировали. А позже, все-таки бросив машину, водители и два пассажира попытались скрыться. Конечно, нам они не остановились. Начали убегать они, их догонять, разбежались по полю бегать, ловить. Ну, в результате все задержанные данные лица, все дают сейчас признательные показания. Задержанными угонщиками оказались три несовершеннолетних жителя Волжского. При них был пневматический пистолет и приспособление для открывания автомобильных замков. Подростки сознались в краже еще одной легковушки. Пошел, сел на 103, доехал до Ахтубинского моста, перешел его. Они там стояли на машине. Так. И куда поехали? В Куйбышев. В Куйбышев, оттуда в город Волжский? Да, уже вот ночью поехали в город Волжский. Это уже вторая группа угонщиков, задержанная в Волжском в последнее время. В январе оперативники обезвредили астраханских гастролеров, которые в течение нескольких месяцев занимались кражами машин и колес. Кстати, с начала года в Волжском произошло 8 угонов. Почти все автомобили не были оборудованы сигнализацией. Игорь Морозов, Людмила Кухарева, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».